Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонг-Арена.ру. И всем привет, это финальная стадия Ultimate Fast Cup номер 23. Сегодня в Сакасте со мной Ментал. Баган. Баган Ментал. Так, и это уже вторая игра. Первую выиграла команда Square R. Не знаю, что это за название, но оно есть. И играет они против команды ANB. Блин, это как AMB. И в пиках у Легиона White Soul, Нимфора и Магмус. Хеллборн взял Салфориса, Эмпаску и Дарк Леди. Ну да, по идее, Салфорис нормально. А что-то он, вот я вчера смотрел, все игры с Салфорисом были, сегодня первая игра, и сразу Салфорис опять в пике. Ну, как минимум... Это новая имба, что ли? Не, White Soul накидывать, чтобы он не отхилился. Не отжирался? Да. Ну, скорее всего, да. Как бешеный пес, чтобы он не отжирался. Что там по банам у нас? Мне интересно, First. Deadlift, Midas, Гладиатор, Бегемот. Ну, а вторая стадия банов. Гладиатора-то за что? Гладиатор, типа, роумящий, типа, надоел. Ну, или они хотели, может, забанить Deadlift, Midas, но когда соперники сами забанили Midas, он такой думает, чё банить? А, давай Гладиатор. Опа-на. А вот и Бальфагорчик подъехал. Пуш-пуш. И Солтис сразу забирает команды Хеллборна. Да, во второй стадии они пробанили Чиппер, Дедвуд, Мэтмен, Легион, да, Репульсор, Силуэт, Трэмбл, Хеллборн. Грейвкипер. Грейвкипер мидер, скорее всего. Магмус. Изилайнищий, Лесной Вайт Сол и... Стоп, а когда... Тогда куда пойдет Бальфагор? Бальфагор? Лодстоун. Пятым пиком для Хеллборна. Сейчас посмотрим. Или как это? Как это вообще смотрится? Ну, Магмус... Да, Сол, вот куда... Изи вообще может стать. Нет, я понимаю, Бальфагор тогда. Лесной? Вайт Сол тогда получается может... Харда. А Грейвкипер мид. Ну, не, вот. Почему нет? Это самое лучшее. Не, почему бы... Или Бальфагор на харду. Да Бальфагор может и соло простоять, допустим, тот же Изи Лейн. А Магмус отправить на харду? С Нимфорой, например. Не знаю, сейчас посмотрим, что они там придумали. Ну, Вейлд Солф Хард, мне кажется, это не очень классно. Если учитывать то, как он фармит быстро лес. Попрофитнее, чем Бальфагор в лесу, в общем. У меня все зависло, у меня чуть не это. О, все. Походу надо комп ребутнуть. Ну вот, пока что на харду идет Бальфагор. Пока что у меня... идет Нимфора. У тебя еще не запустилось, да? Да, надо, походу надо компьютер перезагрузить, а то он уже недели три такой. Без передышки. Отрабатывает. Ну все, теперь я в деле. Без передышки 3 недели компьютер? Ну я его не выключал даже ни разу. Что-то забыл. Забыл выключить? Да, что-то лень выключать каждый раз. Ну, Магмус в Изи, White Soul в лесу, в миду будет Грейвкипер и на харде Бальфагор. Но я не знаю, я ни разу не видел Бальфагора на харде. Ну, ему сейчас расскажут, что здесь его не рады видеть. Что это не его место здесь, в общем. И Медведь почему-то не это... На топе не помогает заблочить или отвести крипов. Ну, захолдить хотя бы. Сейчас побежал, но уже... Не, все, обратно вывернул.
Короче, сейчас будут невеселые времена. Бальфагора? Да, hard times. Бальфажир? Сейчас ему расскажут, что его печеньки. Я не представляю, как он без щитка там вообще должен что-то делать. Пекарь. Карю. Ник. Или Кари. Кару. Кару. А не Головного важно. Мозга пробило, походу. А, стоп. Ну, а на миде Салфорис против дабл мида будет стоять нимфора и грейвкипер. Почему бы не Магнус в миде с этим? Ну, Магнус так накажет Лодстоуна. Грейвкипер доминирует Лодстоуна, а Магнус рефармит в миде. А так Лодстоун с Магнусом нормально стоит, без особых проблем. Сейчас практически ФБ сделали ребята в миде. Да, там за малым. Сейчас бы, если бы щиток не прокнул, он бы умер. Ровно эти 10 хп. Да. Прогрели. Ну и крипам не подойти абсолютно. Тому Салфорису. Только вот сейчас вот пачка пропушится, но ребята тоже на опыте. А как крипы оказались здесь? Он своими отвел или что? Я не могу понять. Кто? Альфагора. Как они здесь оказались вообще? Какие? А ну, где они должны оказаться? Ну дальше, чуть-чуть выше. А я не знаю, он с собой проблочил. Да он изначально с собой блочил. Но он не мог так круто проблочить, прям пол линии. Так это 1-0 в пользу. Да, Хеллборна. Хеллборна, да? У Салфориса все плохо. Хотя. От испытания его не прогонят здесь. По хорошим делам. Ну на миде вообще тяжело отогнать от экспы. В принципе. Тем более он там может хилиться своим вторым. По чуть-чуть. Ну что происходит на топе? Вот, вот что непонятно. Ну, Бальфагор доминирует. Властвует и унижает. Это же базил у него с включенной базилкой, да? Я тоже только хотел сказать. А, пришла нимфора, только это правда иллюзия. Да, это. Со страху навести. Тем временем White Soul топ ГПМ на карте. Он и будет топ ГПМ на карте. Да. И ничего с этим не поделать. Угу. Надо сейчас меньшей своих проблочить. Вардом, ну, команде Хеллборна, чтобы он там не. Своих именно? Да, он. Чужих будет пробить. Именно я говорю команде Хеллборна своих иншей проблочить. А почему не своих? Ну, в смысле, своих он не будет фармить? Ну, ему ближе и быстрее фармить чужих. Въехали тем временем в Бальфагора, но мне кажется, он тут никуда не будет уходить, хотя. Да, и стенка от Ампаски и ФБ для Солтиса. Приспешник. Три приспешника. Бандиты. Пряники из Шрека. Не, Вайлд Соло в своем, ну, в легионовском лесу профитнее фармить чужих иншей, там ближе и быстрее туда добираться. Ну, по-моему, и в Хеллборновском лесу, когда он фармит, ему ближе фармить легионовских иншей. Ну да. Всегда так было. Поэтому надо подблочить их вардицом. Или вообще там поймать его на них. Салфорису вообще жизни нет на миде, у нее 117 ГПМа. Чисто все красные банки бы приносил, пока я сейчас на них. КД! Оп, Магнус умер. Нет, не умер. Да нет. Сейчас разобрался. Красный пропил. Бутылочка еще есть. Но Лодстон, в принципе, тоже отпивается. Да, ну, у Лодстона был больше кулдаун стан. Ну, неважно, в принципе. Но по фарму-то мы видим, что у Магнуса 26 крипов, а у Лодстона 17. Да. Хотя сейчас. Ну, против Магнуса 6. Вообще тяжело стоять милишником за счет того, что у него пассивка. Очень сильно дамажит. Надо идти бить его просто. Тем более без щитка Магнус был, вот что странно. Если ты вон стол против Магнуса идешь, рейд-кликаешь его, у тебя хп больше, армора больше. Мог бы он намять ему бока, так сказать. Но да. Вот теперь у него еще бутылки ДД. И чё-то не юзает. Да, сейчас бы лишних 2000. Салфорис себе подхилился немножко, он вроде. Ну, да, он принес себе деревей. Деревей! Древожорки. Деревей себе принес. Так, тем временем, что тут у нас?
Вайлдсол по-прежнему формирует больше всех. Ого, он все тут уже трипл стак завел. А, ну шестой, он сейчас его за 5 секунд заберет. Да. Опять на тот какой-то. Да, второй. А так и будет продолжаться. Второй фраг на Бальфагоре. Медаска. Ну мне кажется, он бы уже шел в свои леса, там один. Да вот именно, он может отжал бы. Свои леса. Нет, он один кемп в состоянии отжать ему будет соло. Вот хотя бы вот этот вот. Это лучше, чем умирать на харде. Не, лучше, но он просто своими дурачками лучше бы отводил себе. Своими дурачками. Чтобы вызвать своих дурачков, нужны трупы. Ну, в принципе, у него сейчас они есть. Ну да. Да он может сам нарыгать и наподнимать трупы, ну, первым столом. Два раза вызовешь, уже фул труп. Лайфтуб себе приобрел Магнус, активировал ДД. Вот давно уже, кстати, активировал, оно у него уже закончилось. Нет, я про лайфтуб. Не, он покупает, продает, все правильно. Нафиг ему лайфтуб. Чисто подхиливается. А, на боте лодстоун. Вмит идет лодстоун, да. На топе хоста никто. И сейчас, не если он раскастует ультимейт, он заберет грейвкипера. А он и так его заберет. Нет. Ой, а так он отдастся. Салфорис бежит. О, до свидания, грейвкипер. Ну, подходит White Soul. Прокнул щиток, посмотри, 15 хп. Не, пассивка, пассивка. Щиток и пассивка. И въехали White Soul, и его, скорее всего, тоже заберут. Раскастовал эту Солтис. Линк еще висит на темпаске, станчик. И до свидания, White Soul. Это минус 2. Это плохо. Магнус зря формирует лейн, если бы он сейчас выдвинулся туда, они бы поубивали их. Там изначально ошибся Лодстоун, но не потерял за это жизнь, в отличие от Грейвкипера. Ошибся Грейвкипер, который так близко его чейзил. Там Лодстоун, если бы раньше второй развернулся, потом он бы там на месте отъехал бы. Ну просто Салфорис без ботинков добежал, а Магнус на стимах что-то не решил мне это не помогать. Ну, Салфорис, ты ближе бежать. Ну как ближе? Он там за вышкой на миде стоял. Не сказал бы, что ты намного ближе. Ну не суть, ладно. Опустили Wild Solo Far. Чуть-чуть. Но он все равно добрый прям. В своей команде, по крайней мере. Я вот не понимаю, почему на такой стадии игры он мидаску держит в себе. Какой смысл? Медведь больше дамажит, чем он. Ну, объясни ему. Тем временем Бальфагора уже третий раз убивает. Ну, у медведя-то там и топорик, и плюс бонусная атака по нейтралам. Ему атак спид забустить гораздо полезнее, чем себе. Вот когда молнии будут, то же лучше в себе держать медас. Алхимист, в смысле. Когда ты что-то держишь в себе, это плохо. Ну, плохо, но... И никогда ты вайлдсол. Без ничего с одной медасой. Ну или хотя бы пусть почаще ульту включает, что ему ман? Там мана это тоже не стоит. А, нет, стоит. Но все равно. Опять очередное ДД у Магнуса. Нифига себе, он ему с башек-то пробивает. Сейчас если станом попадет Реджендронис, он его зареджендронисит. Почему спидман стимы не переключает в ловкость, пробиваясь? Профессиональный же, че такое? Сейчас Чилисик, станчик по Лодстоуну. Один клап от White Solo и до свидания. Один что? Клап. Клап? Чё-то. А я не знаю, скилл, по-моему, так называется. Да? Да. Клап? Да. Не знаю, на бугу. Я не могу посмотреть. Его спел. Клап. Нормально зашел клап. Не буди его мне, зверя. Без форм. Дух леса, дай мне силу. Тем временем въехали в Салфорис, на миде сразу сейф ТП от команды. А, это... Мистер Роджен приехал. Это мистер Роджен, страйдрагер и локет стандарт. Ну, пока что 1-5 в пользу команды Хлоборна. Он чужих иншей вармит, и никто ему вообще ничего нет. Не может предъявить. Правда, тут один стак. Нет, дабл стак был. Да. Ржан такой, непонятно. Что произошло? Почему грифт на седьмом стан? Ты сейчас тоже лагнул? Нет.
почему грейвкипера стан на 3? Или это так норма? Я просто грейвкипером не особо играю. А я особо? Ну не знаю. Салфориса, кстати, прогнали вообще в свой лес. Ну хотя у него 300 ГПМ уже. Ну, Салфорис-то лес фармит на ура. Ну да, и у Салфориса так-то 2-0. Особенно на стаканный лес. И чё у него этот ягодный морс кадешится 4 секунды? Ну он первый спал морс называется. Жизнь непредсказуемая, лишь смерть абсолютно на нем написана. А ТП Салфориса, и сейчас если задавят Золотстоуном, это будет для кого-то смерть, но он сейчас показался зачем-то. Чё там у Магнуса сколько денег? А, находит там пас. Линк, стенка. Сейчас должны ее забирать. Да, кстати, очередная руна хосты у грейвкипера. Без ульты это же просто ее руками разбили. Офигеть, вот это гейм. Две игры ДД. Ой, две. Две руны ДД, две руны хосты и одна руна не знаю чего. Оп, неплохо так за 10 минут наспаунилось. Сол пришел мид пушить. Делка соло въехала в Бальфажира. И сейчас откатится ведь ультимейт. Точнее не откатится, а соло бы спало и до свидания. Ну 40 хватило бы. Ну так-то в Бальфагоре. Бойцов пушит Т1. Их нифига себе. Очень быстро. Нормально так 300 хп уничтожил. Тем временем грейвкипер ультанул с Лодстоуна, промазал тычкой и умер. Отдался. У Лодстоуна зарядился грейвлокет. Все, игра выиграна для Редженда. Заблочила. Опять. Пас Кэншей. Ну один контрвард уже сняли, теперь еще и вард с ними. Если не фарм, то вард. А не дракона. Шестой уровень получил. Тем временем Магмус забирает Т1 на боте. Ну пока что 2-6. Все равно в пользу Хеллборна. Зато две вышки выигрывают. Ну по голде хотя бы ведут. Пока Магмус... У Магмуса там сверху еще 500 голды. А в инвизе Салфорис, кстати, бежит. Всадник. И никого не ТП к Бальфажиру. Ох, сейчас если его давить будут, так пока... А его перекрыли. Раскастался ультимейт Магмус. Влетает в дельку. Ой, промазал он... станчиком по эмпаске, а так бы, возможно, ее бы забрал разгон от Солтиса. А ТП-шит сюда нимфорка с Вайтсолом. Минус уже эмпас, и еще и заберут Солтиса. Минус 3 в размен одного Бальфагора. Но не доиграл немножко Павел. Великолепная реализация ПК. Да. Движение команды хорошее было, но если бы он чуть-чуть... Какое направление бы... музыки, да? Нет, он же что-то делал, да? Он прыгнул, если не сразу дал стан. Сразу дал бы стан, Бальф ультанул бы сразу. Минус 20. Навряд ли бы он сразу ультанул, он был под цельностью. Но он продал Бальфа, ладно. Тем не менее, мог бы дать сразу стан. Мог. Я просто не видел, он поменял в интеллект с тимы, или может ему там одной маны не хватило. Нет, просто у него нет. По-любому маны хватало, он еще и чилист пропил. У него и так было 468 МП, вот сейчас стало больше за счет того, что он неофитбук себе приобрел. Ой-ой-ой, Магмус! Реакция Мангуста, нет, не смог. Реакция капусты. Реакция капусты? Да, не успел. Почему Wild Soul этот Владимир решил себе сделать? Ну... Уплотняется просто, типа арморчик. Я не знаю, все вайтсолы делают Abyssal, делают Bulwark, делают Breastplate, потом уже Скади. Вот все вайтсолы именно так играют. Он-то без молнии фармит на мидаске, не знаю. Я не знаю, я редко на вайтсолах вижу молнии. В компетитив играх, я в ТММ часто вижу вайтсолов. Ничего, этот не собирали разве атак, когда играли? Кто сказал, ой, что... Редженда. Редженда раскастовывает ультимейт сразу, раскастовывает еще и Солтис, сбивает ему ульт нимфора, сейчас бы нормально бабахнуло. Тем временем Делка уже разбил лицо грейвкипру, забрали Лодстоуна, разгон в Вайтсола. Ничего себе, проатаковал Солтис и ПКВей. Ну, мне кажется, Делку тут никуда уже не будут отпускать. Да нет, там есть еще
Есть еще порох. Пороховница хультанул Бальфагор сразу, кстати, забирает ДЛ-ку, заберут еще МПАС-ку. Не в ту сторону ДЛ-ка прыгнула. Да, возможно, она бы ушла. Еще Магмус забирает Тауэр. Правда, ЕСП еще бы сейчас станом попал в посолцу, его по-любому забрали. На Магмусе появляется таблетка. Тем временем Салфорис вообще решил не подключаться к этой всей движухе. Крушнак. И вышку даже не скушал. За спину ТП-шка, и сейчас будет умирать, если есть ульт. Есть ульт? Да, есть ульт. Забирают Салфориса. Да. Интересно, что он себе будет приобретать. У него сейчас 200 голды. Ну, я как-то видел хелм, там всякие хелмы покупал. Не знаю. Конечно, лучше бы шранку сразу сделать. Ну и так неплохо, ГПМ сейчас у Вайсола подбустился. Стало всего лишь 630. Самую малость. Да. Только почему он сейчас на базу бежит, непонятно. Магмус. Что хочет Редженда? Смерти. Сейчас Магмус бы просто ульту нажал бы, и он бы просто не отбежал. Да не, мне кажется, ну, если Лоудстон влетает, он, по идее, должен был не один. На яйцах чисто ульту нажать. У Солстиса что-то 3 соточки ГПМа. Вроде бы и убивал, и фармил. Ну, сейчас Делка собрала кливер. Да был еще в том файте был. 420 ГПМ. Не, так-то ДЛ-ка может хорошо этому Вайлдсолу рассказать. Но если команда не будет... Ну, чтобы рассказать этому Вайлдсолу, надо много итемов. Он купил Энерджайзер. 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 Это вообще мимо кассы. По-моему, это вообще... Ну, командный итем. Его точно, в принципе, ни у кого тут из команды появиться не может, кроме... Кроме... Никого. Кроме никого, но не Вайлдсол уже Энерджайзер. Ну это типа такая ставочка, сейчас мы идем пушим, заканчиваем, и все. Типа, ну, не затягивая сильно кого-то. Вон один дезертир побежал. Приспешник пошел торпеть. Ну он разведывать. Оп, сразу много ТП-шек, ДЛ-ка должна ультануть. Скорость всего же снижается, ДЛ-ка залетела, раскастовал практически ульт Солтис, но ему опять сбивает кто-то ульт. Разультился Бальфагор, сколько дэмэджа он внес тимфайт, много, Вайтсола уже забрали. Магмус. Раскастовал, тут тиммейт Магмус, забирает тут всю всех. Бригаду, вообще просто все взорвалось. И взорвалась голова в Ампаске. Должен догонять сейчас еще Магмус, лорда Эрджендониса. Догонит, смотри. Скорее блин. Всего, да. Блинк стан. Что-что, Дайвид Спидман, это молодец. Четвери полкил. Но он был в файте в начале или нет, я вообще не знаю. Ну, нет, скорее всего, нет, потому что он ульту раскастовал. Если бы там изначально зашел, там булочки приснились бы сразу. Ну, а чем вышку не пушит? Иди пуш. Сделал четверипл килл, забрал тауэр, стал ГПМ как Вайт Соло. Секрет успеха. Сейчас еще лесочек пофармит, там Вайт Соло дохнет, он падает, у него ГПМ. Инсанитариус на Магмусе. Оо. По накатанной игра идет. Значит, инсанитариуса спорно. Ну вот Солтис уже второй раз забивает ульту. В этот раз сбили, да? Да. Тоже сбило. Кто-то? Кто-то ему сбил? Он же блинкнул за в кусты и начал кастить ульт. Саня, сделай себя потише. Офигеть. Меня то не слышно было в стриме, теперь я громче всех кричу. Делка в грибах. Может троллит. Подцепили грейвкипера. Сделай себя потише, Авелата погромче. Недолго. Это я уже понял, играл. Да. Недолго грейвкипер тусовался, да? Ну, грейвкипера не особо дела в этой игре обстоят. У него портал кей, грейвблоки. Да, вроде бы фрифарный бульс. Да, ну сейчас еще попытаются забрать Магмуса, раскастуют тульту. Реджендонису не попадать стану. Сейчас на развороте можно всех собирать, у Магмуса-то еще и хаст есть. Ой, как под инсанитариусом нарезает этот Магмус. Чаще можно догонять Делку, так он ее догонит. И расскажет ей, кто здесь хозяин-то. Нифига себе, он ей наяривает. Все еще. Ой-ой-ой, там еще Бальфажир приехал. Салфорис.
ультанул. Ультанул в Магмуса, но мне кажется, это не помеха для него. Ультанул в Бальфагор. Вот он, на Энерджайзере прибежал. Я позволю себе еще чуть-чуть поржать. Совершенно. Ну, они вместе там нормально ехали. Один в одну сторону, другой в другую. Самое смешное, что там можно было бы просто под Дарклейдин в лёд уже, тогда уже нажать с ульт и прыгнуть со стана. Никто не торопится. Но они перепаниковали вдвоем. Да. Была раньше группа такая, чай вдвоем, а эти... Тоже вдвоем. Магмус должен спалить им паску. Должен же? Нет, не должен. У Лодстоуна сейчас появится ультимейт. Редженда-то сейчас сможет нормально разрубить. Но опять станут нимфоры. Ну нет, вы же знаете, что там все плохо. Как же сдуло этого Лодстоуна! Раскастовался Магмус. До свидания, Солтис. Влетел Магмус. Уже, кстати, давно после, почему-то он дал стан, но это минус 5. А токен, где токен? А токен, по-моему, кто-то убил. А, Вайлдсол забрал. Вайлдсол? Ну, он сейчас пару тычек по крипам сделает, он будет фулл хп. Да? Ну, пару десятков тычек. Магнус еще на регене. Так это минус мид? Да, скорее всего. Что-то нормальный бэкон у нас. Почему нам долду не видно? Ну, сейчас, кстати, еще на Вайлдсоле появится... как его, Скади? Да, он будет плотненький довольно. Восстанет где-то 2 с лишним хп. Могли бы сейчас подцепить Салфорист и убить его. А чё он так это... Перепаниковали. Я бы даже сказал, бзданули. Егорка ни одного крипа не убил, кстати. Скади появляется на Вайтсоуле. Ну, сейчас у него будет где-то 2 с половой хп. Барбит появляется на Салфорисе. Да. Толкалка Барбит. А что Магмус купил у него? Ну, 2345. Сейчас посмотрим. Мэддес, что ли? Кто, Магмус? Нет. А не Орб. Арбу. Выходит или в Гримор, или в Хекс, или в Линку. Или в Геометр. Или да. Я не удивлюсь Геометру. Но в Геометр выходит обычно с Фаербренда. Это обычно. Это необычно, да? Обычно Магмус, как говорится, Санитариус не покупает. На Нимфоре уже появляется Шторм Спирит. Разгон от Солтиса. Нимфору оторвали и все крылышки. Нифига себе, она исчезла нормально. Мухи разрыли. Но труп остался. Как от крипа, посмотри, труп. Такие же лежат вон. А смотри, как он лежит еще. С дискотеки пришел и лежит. Мама, я устал. Блин, как-то борщеват залетел сейчас магу из крипов, так бы его могли бы и сразу и наказать. Селаем паска в ДЛ-ку, раз каст ульты от Лодстоуна, почему-то в одного Магмуса он влетел, и сейчас там будет неприятность и Солтису, и Лодстоуну. Уже разобрал там всю кабину Вайтсол, ДЛ-ка байбек, байбек еще и Салфорис. Ну, а как, это, кстати, Салфорис, когда успел умереть-то еще? У него почему-то тоже нет байбека. Видя возле барака он там дрался, а двое залетели вообще в Магмуса. Да, и... да, да, попытались ему, такое, кстати, сбить, да, ультимейт. А это Линка. А это Линка. Не хочет, чтобы он... Упал мид, заходит ребята на поботу. Ну, в принципе, у них это получится, у Вайтсола 1000 токенов. И ничего с этим не поделать. Отличный триплстан по... Точнее, от Магмуса, минус 2. Ну и, скорее всего, это будет сейчас консит, потому что вторая и, возможно, третья сторона упадет за время... Да, КГ прописывает. Респауна Дарклэди. Дарклэди второй байбек. Бессмертный Магмус. Он ни разу не сдох на карте, единственный. Блин, ну, с Вайтсолом надо что-то делать, или банить, или... Или забирать, да, в свою бригаду. Грязный герой, да. Но ну больше что? Не в этом дело. Они как-то вроде трипла в топе и два лайна проигрывают. И дальше по накатанной.
Ну, как бы, да, профитнее в лесу Wild Soul фармящий, чем этот Solstice, который ничего не делает. Мы сделаем небольшую паузу и вернемся в третью игру команд АНБ против команды Squarer. Squarer. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай аватары Парагон и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хон Гарена.ру.